Всем привет, друзья, вы на канале Funny Biz, и сегодня мы будем рисовать такую классную машинку, да, автомобиль спортивного типа. Смотрите, повторяйте. Значит, начнем мы рисовать с. Начнем мы рисовать, давайте снизу, да, снизу автомобиля. Нужно нарисовать такую ровную линию, да. Так, ровную линию нарисовать. Дальше возьмем, где-то поставим вот так точки. Раз. Здесь точка чуть-чуть выше должна быть. Два. Это будет наше крыло. Теперь мы можем свести этих два крыла. Вот так. Раз. Два. С этой стороны то же самое, аналогично. Раз, два. Так, задняя часть у нас рисуется вот таким вот образом. Вы чуть-чуть выше поднимаем короткую полосу, потом сюда, да, потом вот так обратно. Задняя часть готова. Дальше. Передняя часть рисуем более ровную линию. Так, дальше здесь у нас будет идти, давайте, знаете, нарисуем, ладно, вот так чуть назад вверх, здесь нарисуем вот так, а здесь вот так. Такая штука непонятная получается, но здесь мы вернемся сюда. Так, здесь добавим такую штриховатость. Так, все, смотрите, а теперь здесь мы, смотрите, что делаем. Мы здесь поднимаем вот так вот вверх, да, то есть. Есть такое, да? Теперь мы идем вниз. Теперь рисуем ровную полосу. Не доходя до заднего крыла, мы чуть-чуть вверх поднимаем, делаем дутость. И потом вниз. И соединяем вот эти две полосы. То есть вот таким вот образом, да, у нас что-то получается. Что-то рисуется, что-то нарисовывается. Теперь смотрите. Нарисуем крышу, ну стекло, да, то есть даже крышу больше. Вот так вот. Дальше. У нас где-то будет вот здесь лобовое стекло. Вот так идти. Значит, мы здесь ведем вот так вот сюда. Где-то до сюда, да? Дальше лобовое стекло у нас будет. И вот от этой дутости мы ведем крышу. Она вот так будет идти и здесь будет сходиться. А лобовое стекло просто доводим до конца. Так, есть, да? Дальше давайте нарисуем здесь где-то. Ага, давайте еще прорисуем одну штуку. Нарисуем от заднего крыла вот такую вот линию. И здесь мы его так сведем вниз. Есть, теперь вот начинает где-то отсюда и крыша, да? Вот крыша наша вот так вот получается. Заводим все сюда, потом сюда, это будут наши двери. Идем влево. И вот так вот сводим.
И здесь такое еще, скажем, так вот сделаем. Опа. Опа. Для красоты прям. Тут у нас будет зеркало. Так, теперь нарисуем колеса посерединке, делаем две таких штуки. А здесь мы наведем само колесо, да. Максимально близко к крылу. Вот так. И еще раз. Здесь делаем вот такие вот зигзаги. Так, и здесь то же самое. Рисуем колесо. Так, что я больше, оно у меня меньше получится, ничего. Друзья, машинка получилась. Всем хорошего настроения. Всем пока.